Это же не работа. Это сегодня это у нас 12-я пятница. Сегодня не воскресенье. Готовимся в храм идти. Батюшка сегодня уезжает. А где ребята наши, Вячеслав, спят, ушли? Нет, он, Вячеслав там, ну, был в столовой. Кто-то есть, тут нет, никого нет. Нет, никого. Нету, никого все нет. Ушли. Все ушли. Вот так. Вот две подправили дом. По милости Божией. С доброй помощью людей. Володя заранее доски накупил. Лестница теперь здесь. Это мы его называем Иосифов. Люди тут побыли, отдохнули. 15, кажется, человек или 6, 12. Вот отсюда захожу теперь с торца другого. Вот дверь сделанная. А там все было свободно. Всем ветрам, дождям. Ну, Иосиф тут что-то делал тогда. Конфликт был с матушкой. Я его дом этот перекупил. А это с другой стороны, с восточной. Он сделан, видишь, на каких подпорах. А это старый сарай, я его делал. Все сгнило, еще из тополевых, сосиных, чего тут только не было. А это чеснок. Вот как. Там дальше малина есть. А это первый дом в Потеряевке. Первый дом на фундаменте. Там у меня Скворечника два, это мои. Вот тоже больше половины дома пришлось строить. Вот так. Одну палатку убрали, было 4. Этот Подлегаев уехал, Юрий с Павлом своим. Так, идем в храм. Вот дверь так. Там кто-то есть или нет? Никого нет там? А ну-ка, откройте мне дверь. Я зайду там, сниму. Вот так. Подождите-ка. Я прям буквально на минутку, на одну заснять. Вот мы здесь находимся. Вот еще кто-то тут есть. Доброе утро. Так, тут вверху 3, 4. 4 это у нас получается 8. 8 и 6, 14. Тумбочки есть. Ну все, собирайтесь. Хорошо отдохнули в тишине. Вот как мы тут все строили, строили, строили. Все сгодилось. А, вон что, главная балка у него здесь. А остальные так. Они правы. Доски когда заносили, говорили. Вот видишь, вентилятор включают. Вот печь. Сейчас идем в храм. Пятница, день Петра и Павла. Завтра молочная, можно разрешается. Вот тумбочки куда поставили, видишь как. Слава Богу. Это у нас рассчитано с тем на 31 человека, не считая тут палатки. Хорошо. О. Так. Так. Доброе утро. Доброе. Слава Христу. Уходим в храм.
милостью Божией. А дальше тут Павлов дом. А это батюшкин. Матушки называли. Все на этом.